Всем привет! У нас поздняя-поздняя ночь. И я наслаждаюсь тишиной и спокойствием в своей квартире. Ну, кто не смотрел мое предыдущее видео, зайдите, посмотрите, что у нас в квартире творится. Ужас какой-то. Ладно, не будем о грустном. Я немножко успокоилась. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши комментарии. И сегодня решила снять такой небольшой влог, коротенький влог. Распаковка. У меня в этом влоге будет только распаковка. Пришла мне посылочка, пришел мне пакет с моего любимого сайта Shein или Shein, как правильно сказать. Не знаю, по-моему, можно и так прочитать. Вот я ее еще не открывала, так что вместе с вами сегодня будем делать распаковку. И пару слов об этом сайте Shein. Я его называю Shein. Кто знает AliExpress, я думаю, многие из вас знают AliExpress. Это почти то же самое. Даже, я бы сказала, мне качество здесь нравится больше. Это моя, наверное, четвертая или пятая посылка. И довольна я, буквально каждый товар, который я у них заказываю, отличного качества. Так что, кто живет в Америке, советую. AliExpress товары приходят из Китая, я перестала оттуда заказывать. И вот нашла для себя такой сайт. Это наш американский. Ну что, давайте открывать. Кстати, посылка пришла очень даже быстро, меньше недели, а помню, когда заказывала с Алиэкспресса, то ждала иногда 4-5 недель, а то и больше. Ну, это такое, знаете, товары, все по мелочи. У них, конечно, там есть и одежда. Ну, одежду я предпочитаю покупать в магазинах, когда можно посмотреть, пощупать, померять. Ну, это такое, знаете, по мелочи, мелочевка, а приятно. Вы знаете, ребят, я сейчас не помню цены. Я напишу, когда буду монтировать видео, я напишу цены. Цены просто смешные, а качество, как я уже сказала, отличное. Заказала полотенечки, цену напишу за всю вот эту упаковку. Уже не помню, сколько здесь полотенечек. Вообще-то я видела, что они для ванной комнаты, но мне захотелось, у меня в кухне, на кухне такое висит, да, точно такое же. Я их вешаю на кухне, мне они нравятся. Вот такие вот три полотенечка. Напишу вам цену. Мягенькие, мне нравится, что вот это качество. Я у них много уже заказывала этих, знаете, салфеточки, чтобы пыль протирать. Я посуду споласкиваю, ну, посуду губкой мою, а споласкиваю вот такими вот салфеточками. Мне нравится, что поэтому я их и заказала, что они не цепляются к рукам. Знаете, есть такие салфетки для уборки, они очень-очень как-то цепляются к рукам, а эти такие нежные, нежные. Смотрите, качество неплохое. Значит, три таких полотенечка. Очень даже симпатичные. Дальше. Ну, я так поняла, что это не вся посылка. Я еще заказывала, вернее, не все то, что я заказывала. Я еще заказывала очки. Очки для чтения. Их здесь нет. Наверное, они придут отдельно. Ой, какой малепусенький, ребят. Помните, да, эпопею с нашим вентилятором? Ой, ну он совсем маленький. Увидела такой вентилятор. Он, знаете, что мне понравилось? Что он заряжается, и его можно, ну, как бы отсоединять и в любое место ставить. Его даже на руку можно вешать, что ли, смотрите. Вот такой маленький вентилятор, с ним можно ходить, но совсем маленький. Ну, правда, у меня и кухня маленькая. Вы знаете, можно на холодильник поставить, и когда готовишь, ну, в общем-то, такая манипусечка. Тоже напишу, сколько он стоит, что-то совсем-совсем дешево. И вот зарядка к нему заряжается, ну, как, знаете, как телефон, как часы Apple Watch. Что еще заказала? Помните, заказала браслетик.
тоже цена там что-то доллар с чем-то. Но мне так понравилось качество этого браслетика. Заказала, помните, красный браслетик. Я его с таким удовольствием ношу. И мне так понравилось, что вот эти вот камушки, они тяжеленькие такие, прям как, знаете, натуральные. Этот слоник, кстати, девчонки, мальчишки, если что-то вы покупаете, как сувенир, как вот, допустим, браслет, и там есть слоник, это я, кстати, услышала, когда была в Таиланде. В Таиланде вообще очень популярно все со слонами. Вообще слон в Таиланде — это священное животное. Так вот, слоник обязательно должен быть с хоботом наверх. Если слоник с хоботом вниз, не покупайте. Хобот вверх — значит, будет у вас удача, а если хобот вниз — это к неудаче. Так что не покупайте. Как вы видите, у моего слоника хобот вверх. Так вот, заказала еще два таких браслета. Ну, тот браслет первый, который я ношу его на работу, а на работе я очень часто с водой связана, то, ну, мы там коктейли делаем, знаете, то эти шейкеры мою, то руки мою, то что-то там вытираю, мне постоянно, знаете, вода на руках. Поэтому, конечно, браслетик, он со временем, ну, за такую цену, конечно, со временем он или потемнеет, или порвется, особенно вот это, мне кажется, все-таки потемнеет. Ну, это ж не серебро за доллар. А мне настолько понравились эти браслетики, что этот браслетик, что я еще заказала себе два. Ну, это, знаете, пускай будет. Тот потемнеет, я новый буду носить. Вот такие вот два браслетика. Хай будет, я люблю, чтобы все было, что мне нравится, с запасом. Вот так сейчас одену и буду ходить. Все, ребятки, еще заказала, я помню, что я заказала очки, классные очки, но их здесь нет. Я думаю, что они придут отдельно. Если, может быть, что-то еще забыла. По-моему, я еще серьги заказывала. Я точно помню, что заказывала белые серьги с такими большими цветами. Слушайте, где мое все? Алло, где это все? Я надеюсь, что придет еще одна посылка. Вы знаете, думала, вентилятор не заряжен, но он, оказывается, уже заряжен. Включила. Такая манипусечка, а он такой сильный. И здесь три скорости. Вот это совсем... Смотрите, как волосы аж разлетаются от такого маленького. На кухню то, что надо. У меня такая маленькая кухня, что мне этого достаточно. Поставлю вот так вот на свой этот мини... на свою мини-духовку. Класс! Классная вещь. И цвет такой приятный, зеленый.